Красные ленточки, как символ борьбы со СПИДом, в Международный день борьбы с этим страшным заболеванием по инициативе молодежного парламента при городской думе. По всему городу проходит просветительская акция. Волонтеры и депутаты гордумы раздают тематические брошюры прохожим. В дальнейшем представители городского молодежного парламента планируют проводить для студентов лекции на эту тему. Что это такое? Какие симптомы? К чему приводит? Мы рассказываем о летальном исходе и о продолжительности жизни. И даже сегодня мы раздаем листовки, в которых содержится как информация о том, как предотвратить, но и о том, к чему это приводит. Синдром иммунодефицита был открыт в США в 1981 году. В Самарской области эта проблема тоже актуальна. Тяжелые инфекции, которые приводят к тяжелым заболеваниям, развитию СПИДа в первую очередь, ну и осложнений, которые могут появиться, потому что иммунная система у человека не справляется с любой инфекцией и приводит, в общем-то, к летальным исходам. Для нашей области и города тема очень актуальна. За счет того, что будут выявлены там ВИЧ-инфицированные, да, так сказать, будут погашены очаги, и тем самым мы максимально, так сказать, избавимся от этого зла. Предлагаю всем жителям нашего города пройти диспансеризацию, вот, с тем, так сказать, чтобы максимально прислушаться к наставлениям врачей, вот, выявить у кого, так сказать, недуг есть, да, так сказать, и начать своевременное лечение. Провериться на наличие инфекции можно в любой поликлинике, нужно всего лишь сдать кровь, бесплатно, анонимно. И уже на следующий день результаты анализа будут готовы. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов, События.